Известна всем с начала лет история о венике из прутьев. Мол, прут один сломать легко, а связку прутьев невозможно. Но мы позволим возразить неосторожно. Огонь, пылающий, к тем прутьям поднеси, и сколько б не было в том венике, еси на небеси. А если б в той метле все прутья сколь едины, столь разные структурой и по сути были, то все стихии мира не способны тот союз великий разорвать. Такой была игра. Земля великих и бессмертных. Но как и почему? И где источник сил непобедимых? Что так питает разных столь и столь единых? Ключ вседержавия, всесилие неуязвимая пята. Отгадка сколь необъяснима, столь проста. Есть в центре озеро, и каждый Новый год со всей игры сюда сбирается народ. И вот здесь происходит ежегодное явление, всеобщее и всеобъемлющее омовение. И все, о нет, когда все жители по пояс зеркалом воды объяты, готовы к новому, тела чисты, а взоры к небесам подняты. И там, докуда ни одна верста, о неземная красота, новорождается звезда. Да ослепи сверкнет небесное видение, и начинается полет новорожденной той звезды падение. Пока она летит, кто не успел простить, простит. Кто на год закрывался, тот открыт. Кто год молчал, тот правду говорит. Кто тлел весь год, внезапно загорит, и каждый вспомнится, кто был забыт. Взлетит над бездною тысячелетий прах, звезда вонзается в стекло воды и растворяется в волнах. И силу растворенного светила плоть человеческая приняла и поглотила, и к новой жизни воскресила. Но был один неглупый враг, коварный Нектор, и среди множества врагов игры он первый понял то, что невозможно победить снаружи, возможно ранить изнутри. Он к магии прибегнул, вырвал из цепи звено и совершил проклятие. И не одна, а две звезды в тот год упали в озеро одно. И лучшие из лучших вдруг утратили единство. Все жители познали то, что не было в игре с начала всех времен. Что называлось именем одним, внезапно стало парою имен. Когда утихло волн движения, великие увидели себя, но отражение. У вечно первых лишь отныне возможность появилась невозможная. Почувствовать себя вторыми. И взгляд увидел взгляда отражение, и началось великое сражение. И неизвестно, сколько б этой битве длится, но здесь вмешалось провидение в роли летописца. Последний был единственный, кто сохранил единство платья, единственный, кто миновал нектарианского проклятия. Когда иссякли силы наблюдать кровопролитие зло, он отложил бумагу и перо и в руки взял неведомое для себя орудие, но не для битвы, для свершения правосудия. Поднятая над головой стальная пара разбила твердь земную силою удара. И от волны такого резонанса и началась эпоха Ренессанса. От звуков тех, которые сталь сталью родила, земля игры впервые трещину дала. Росла и множилась, и в пропасть превращалась, и озеро водой тотчас же наполнялось. И вот за время меньшее, чем взмах руки, игра два берега по обе стороны реки. И вот уже который год два берега, огонь и лед, живут, смеясь и процветая, и друг про друга слыша, но не зная, огонь не угасая, лед не тая. Но здесь закончу я. Вас продолжение дождется в песне третьей. Скажу лишь, что к концу подходит первое из множества тысячелетий. А так как времени прошло немало, то, говорят, земля игры опять срастаться стала. И кое-где зигзагами песчаные змейки на водной глади стали появляться перешейки.